Больше 300 югорчан переболели сальмонеллезом в этом году. Чаще всего к инфекционистам обращались жители Ханты-Мансийска, Мегиона и Когалыма. В этих городах превышены общеокружные показатели заболеваемости. Только за последний месяц под капельницей Когалымской больницы лежали 3 человека с диагнозом сальмонеллез. Болезнь эта проявляется через несколько часов после употребления зараженного продукта, например, мяса или яиц. Инфекция поражает желудочно-кишечный тракт, приводит к обезвоживанию и интоксикации. Отмечу, опасные бактерии могут жить в колбасе, сливочном масле до 4 месяцев, а в сырах и того дольше – до года. В Роспотребнадзоре просят югорчан соблюдать правила приготовления потенциально опасных продуктов. Яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой, варить или жарить их желательно не меньше 15 минут. А птицу необходимо тщательно проваривать не менее 40 минут. При проведении проверок в 2017 году в 2 магазинах был обнаружен сальмонеллез. В 2017 году при проведении проверки был выявлен один случай сальмонеллеза в магазине «Монетка». При выявлении сальмонелл продукция снимается с реализации. Юридические лица и индивидуальные предприниматели привлекаются к административной ответственности.